Не так много девчонок, с которыми я общаюсь после проекта «Холостяк». И одна из этих прекрасных девушек лежит прямо со мной в кровати! Надинка привезла меня в Одессу, чтобы развеять и не дать скучать. Правильно, треба кайфовать. Доброе, прекрасное утро! За окном солнышко, и нас ждет очень-очень крутой день сегодня. Я не знаю, какую еще лучше можно придумать терапию, чем просто съездить на море. Ну что, мы пришли на массаж. Сейчас будет кайфуши. Мы с Надин пришли на массаж. Надин, будешь кайфовать? А я уже кайфую.